О теплой шымкентской зиме и о самом добром и радушном гостеприимстве велопутешественник из Чувашии обещает рассказать в будущем своим ученикам. 22-летний Никита Васильев отправился в довольно непростое путешествие на обычном двухколесном велосипеде. Парень учился на географа и решил, что будет преподавать в школе, а со своими подопечными делиться историями из собственных поездок. Город встретил, честно, прекрасно очень, хотя это только начало, еще может даже только разгон, но как я вот заехал в город, ждал ребят, пока на остановке стоял, весь мокрый, промок, ко мне подошел мужчина. На остановке. Ну, без слов, меня сразу пригласил на чай. То есть он видит, что я еду с большими сумками. И вот у него дом рядом с остановкой. Пригласили на чай всей семьей. Чуть-чуть подсох. Вот. И вот так вот меня сразу встретил Шымкент. Любовь к дорогам и поездкам у Никиты в крови. На своем велосипеде молодой человек проехал всю Грузию. А теперь на протяжении 2 лет будет изучать Азию. В Шымкенте бесстрашного велотуриста встретили душевно. Житель города Дастан Мамадияров любезно распахнул для Никиты двери своего дома. Южанин говорит, что именно таким гостеприимством и щедро накрытым дастарханом и знамениты казахстанцы. Это такое радушие чимкентское. Не то, что я был там в путешествии. В путешествии, когда находишься, встречаешь только хороших людей. Таких людей действительно не бывает. Я не встречал, и не дай бог, конечно, встречать их плохих. Вот. Везде очень есть хорошие люди. В общей сложности велосипедист проехал около 3000 километров, встречая на своем пути новых интересных людей. Движение продолжается при любой погоде. О своих приключениях Никита рассказывает в социальных сетях, где у него уже появились свои постоянные читатели, а многие из них и вовсе планируют отправиться по стопам экстремала. Алиса Дуваева, Марат Азинаев, Талгат Примкулов, ТВК.